Книга «Открытым оком», том 9, тема «Вера», вопрос 2313. Апостол Павел обратился ко Христу через чудо, а не через Писание. Его друг Варнава свидетельствовал ему о Христе, но он его поносил и не принимал истины, как говорится в житиях. Почему так произошло? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Тут немного не так, а вернее даже и совсем не так. Не через чудо Савл обратился, а остановлен был в своем преступном движении этим видением. А обратился он уже через смиренное рассмотрение своего пути, через сравнение всего с Писанием. Во всех своих 14 посланиях Павел толкует ветхозаветные истины в удивительном свете небесного просвещения. Совершенно не так, как им преподавали в Духовной Академии в Иерусалиме. Его знания были переосмыслены в корне. Деяния 9.9. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Галатам 1.17. И не пошел в Иерусалим предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Если рыбак Петр, знавший Писание отчасти, размышлял о видениях, то не тем ли паче такой сосуд знаний и мудрости, каким был Савл? Книга Иова 4.13. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей. Книга Даниила 4.2. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видения головы моей смутили меня. Деяния 10.19. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя». Господь всегда размышления и недоумения своих учеников направлял на страницы Библии. Лука 24, 26-27 стихи. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Переосмысление вчерашней уверенности в истинности пути своего – вот что и привело Савла от ног Гамалиила к ногам Иисуса. Диплом уже он получил на имя Павла. Матфея 13:52. Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Воскресение Христово видевши, ощупаем глаза, припомним день. Да мало что поют уста у выпивших, а если трезвый, то припомним где. До этого не ведал, но увидел, и поклонился лично и прилюдно. Что изменилось? Всем простил обиды. Христа встречал и целовал Иуду. Прийти к Христу, увидеть, победить сомнения, неуверенность, неверие, вобрать тот свет, начать другим светить, стучащему открыть от сердца двери. А далее обещана трапеза, застолье с Иисусом допоздна, вино рекой, но почему все трезвы? Да вкус небесных блюд суметь бы распознать. Но почему столь захудалый вид, такая затрапезная одежа? Весь вечер из псалмов поет Давид, блюд 7 и 70 на выбор нам предложат. Но если вкуса этих блюд не знаем, то кто же нас поил, кормил в потемках? Бойцы с крестом, любовь его есть знамя, а может мы завернуты в пеленки? Мария Магдалина, сама кувшин из глины, при встрече с Иисусом наполнилась до края. Она благоухает тем вином до ныне, ее свеча чудесно не сгорает. Святое благовестие о встрече, когда увидевши воскресшего воскресла, не на груди теперь взвалила крест на плечи, ее кувшин целеханек не треснул. Воскресение Христово видевши, познавши в нем Создателя и Бога, весть понесем для всех и нас обидевшим, здесь при кресте обувши наши ноги.
23 июля 2004 год, Игнатий Тихонович Лапкин.